локти согнули, локти согнули, спины прогнули, спины прогнули, плечи расправили, плечи расправили, колени расставили, колени расставили. Особенные дети нуждаются в новогодних чудесах, пожалуй, больше всех. Несмотря на состояние здоровья, ребята с удовольствием водят хороводы и танцуют. У каждого свой новогодний образ. Мальчики – мушкетеры и ковбои, а девочки – снежинки и сказочные феи. Светлана Мазурина – мама четверых детей. Шить новогодние костюмы для нее уже стало доброй традицией. От процесса и сама удовольствие получает, и дети рады, рассказывает женщина. У нас новогоднее такое настроение, причем эти костюмы для сегодняшнего дня. Завтра в школу мы пойдем в других. И каждый раз, чтобы было им весело и интересно, каждый выбирал под себя, что хотел. Чтобы было какое-то волшебство в душе, потому что праздник все-таки семейный. А если у детей ничего не будет доброго и хорошего, дети вырастут озлобленными и плохими людьми. Ее сын Владислав на праздник оделся в костюм Фиксика Нолика. Мама помогла воплотить его желание в жизнь. Я решила одеться Фиксика Нолика. Брат мой любит Фиксика смотреть. И я одела этот костюм, потому что это его любимый герой Нолик. Я люблю свою семью очень сильно. Организаторы уверены, такие праздники сильно сближают детей, которые редко выходят из дома. Очень важно, чтобы ребенок рос в ситуации, когда он понимает, что он не один, что с ним не только мама, папа, близкие люди, что он такой же ребенок, как все остальные. И жить активно можно при любом состоянии здоровья, при любом настроении. Главное идти, быть на виду, быть участником, и жизнь изменится к лучшему. Также маленьким зрителям показали новогоднее театрализованное представление «В гостях у матушки природы» или «Как времена года поссорились». Уважаемый старичок-годовичок, все ли готово к встрече моих дочерей зимы, весны, лета и осени? Все готово, матушка природа. На елке развешаны игрушки из всех времен года. Каждый зритель получил сладкий новогодний подарок. Ксения Баканова, Максим Гусев, «События».